Праздничные дни в Атрау на коммунальном рынке Сарай-Шех прошла сельскохозяйственная ярмарка. На ней свою продукцию представили 7 товаропроизводителей из Макатского района. Также свои товары по сниженным ценам жителям города предложили и другие хозяйства областного центра. Наша съемочная группа также ознакомилась с ходом ярмарки. Далее в сюжете. В этом году с апреля по май проходит ярмарка дней каждого района. За это время здесь свою продукцию представили хозяйства Индерского, Кызылкугинского, Курмагазинского, Махамбетского районов. Заурия Искали приехала на ярмарку из Макасского района. Она реализует здесь мясную продукцию одного из хозяйств. По ее словам, торговать здесь выгодно, так как спрос на товар очень высокий. Я не в первый раз приезжаю на ярмарку. Наше хозяйство регулярно является ее участником, продает свою продукцию. Проблем с реализацией нет, так как товар быстро раскупается. На ярмарке предлагается широкий ассортимент товаров, таких как говядина, конина, баранина, мясо птицы, молочные и кисломолочные продукты, овощи, фрукты, яйца куриные, рыба, крупы, кондитерские изделия и многое другое. Цены дешевле рыночных на 15%. К примеру, говядину и конину здесь продают по 2400 тенге, сазан по 1000 тенге за килограмм, огурцы по 400 тенге, а картофель по 170 тенге. Цель ярмарки – это для того, чтобы предоставление населению местное производство по ниже рыночным ценам на 10-15% ниже. Это самая главная цель ярмарки. На этой ярмарке могут участвовать все товаропроизводители города, крестьянские хозяйства, а также крупные поставщики города. Отметим, что с начала года акиматом города на коммунальном рынке Сарай-Шех проведено 32 ярмарки с участием местных товаропроизводителей, крестьянских хозяйств и оптовых реализаторов. Все они проходят с соблюдением всех санитарных норм. По словам организаторов, они приглашают всех товаропроизводителей реализовывать свою продукцию на ярмарке. Главное условие – цены должны быть ниже рыночных. Отметим, что 13-14 мая здесь на рынке состоится ярмарка Жилойского района. Аймгуль Хайрулина, Куаныш Бикперген, телеканал Атырау.